Саммит ЕС в Брюсселе завершился скандалом. Тереза Мэй перед ключевым заседанием попыталась выяснить отношения с Жан-Клодом Юнкером. Судя по всему, британскому премьеру доложили, что председатель Еврокомиссии позволил себе не совсем корректные высказывания в ее адрес. Мэй подошла к его креслу, диалога слышно не было, но журналисты одного из британских телеканалов попросили людей, умеющих читать по губам, расшифровать сказанное. И вот как это звучало по их данным. Как вы меня назвали? Вы назвали меня мутной. Да, вы так сказали. Мутная. Мутная, да, вы так сказали. Нет, я этого не делал. Не делал. Тереза Мэй в Брюсселе пыталась убедить пока еще партнеров по ЕС дать Лондону некие гарантии по Брекзиту. Они ей нужны для ратификации соглашения о разводе в британском парламенте. Жан-Клод Юнкер при этом заявил, что вообще не понял, о каких гарантиях идет речь. Между тем, известный британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил сегодня, что если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, то страну ждет банкротство.